Пандемия коронавируса внесла коррективы в старт учебного сезона. Проверку на наличие антител к COVID-19 начали проходить все сотрудники образовательных учреждений округа. На тестировании работников одной из школ побывала наша съемочная группа. Третья поликлиника в Люберцах принимает сотрудников 16-й гимназии. Специалисты самого крупного учебного заведения округа вносят свой вклад в безопасный старт учебного года. Проверка работников на наличие антител к коронавирусу добровольная. Участие стопроцентное. Надо будет работать с детьми, да и родителями многими. Поэтому я считаю, что это важно. Я считаю, что школа готова к приему детей. Подготовка школ не ограничилась лишь тестированием работников. Теперь все учреждения оснащены бактерицидными лампами и средствами индивидуальной защиты. С 1 сентября будет проводиться регулярная дезинфекция помещений. Что очень важно нам было предусмотреть на 1 сентября, это составить правильные графики питания детей. И мы за летний период времени провели и ремонтные работы, расширили обеденные залы, закупили дополнительную мебель. И теперь все графики составлены очень корректно, и надеемся, что нам удастся избежать негативных последствий. Тестирование работников учебных заведений началось 17 августа. До начала учебного года проверку пройдут все 2086 сотрудников образовательных учреждений округа. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.